Заходи, если осмелишься. Если ты убьешь меня, кого еще ты подставишь? Посмотрю, кто у меня там по списку. Принесла дискету? Джулия сказала правду, мы не знаем, где Сиси. Когда мы его найдем, то вернем тебе дискету. Приятная сказочка на ночь. Спокойной ночи, миссис Кэплоу. Я прошу тебя 2 дня. 2 дней мне хватит. Не давай пока ход делу. Такие трюки в Лас-Вегасе не проходят. Я бы успела достать дискету. Сиси не знает, что на ней, иначе он бы уже связался со мной. Поздно торговаться. Все уже в руках бесстрастного правосудия. Убит человек, миссис Кэппл. Кто-то должен за это ответить. Почему Джулия? У нее маленькая дочь. Почему не я? Мы все убийцы, миссис Кэппл. Животные умирают и дают нам одежду и еду. Люди умирают, убивая этих животных. Мы нанимаем охотников, побуждая их к убийству, ибо они жаждут денег, которые мы им платим. Они, в свою очередь, тратят их на наркотики и оружие, уничтожая друг друга ради 5-центовой монеты, чтобы отдать ее торговцу за роскошный пирог с бараниной, яблоками и луком. Каждый виновен в убийстве, миссис Кэтвелл. Какая разница, кого обвинить за какое? Почему бы вам не выпить чего-нибудь сильнодействующего и не покинуть столь несовершенный для вас мир? Простите, я бываю не в настроении поздно. А вот если рано ложиться и рано вставать, будешь здоровым, богатым и бодрым. Не присоединитесь ли ко мне в постели? Извините, я боюсь блох. Вы все сказали? Я богата, мистер Тоннелл. Нет, это оптический обман, которым вы страдаете. Что вы хотите, чтобы оставить в покое Джулию? Я уже сделал вам предложение. Вы отказались. Да, мы все убийцы. Будь у меня сейчас пистолет, я бы застрелила вас.